Привет всем зрителям и подписчикам моего канала, с вами Акул. Продолжаем играть, блин, мы бежим к этому катализатору, или как эта хрень называется, я не знаю, но... Как видите, просто нас убивает, как... как не знаю что, ой-ой-ой, меня чуть не задели. Ой-ой-ой, что это за луч из центра Земли, я не понимаю, или это с небес в центр Земли? Давай, давай, бежим, бежим. Вот это эпичность, ребята. Эпик. Нам осталось совсем немного. Воу! Шепард. Фуф, я думал, друзья сейчас погибнут. Красава, что помогаешь им, красава. Раненые чуваки у нас, раненые. What the fuck? Почему они начали говорить на английском? Шепард с перепугу начал на английском базарить, субтитры дали. Но я более-менее понимаю, о чем он говорит. Он попросил на Нормандии прилететь. Говорит, давай! Поднимайся, типа. Спасает Гаруса вместе с Лиарой. Давай сюда, говорит Гарус, Шепард. Вы должны убираться. Ты прав, ты всегда прав. Я не уйду. Я хочу, чтобы ты... Я не хочу, чтобы ты умирала. Он, Шепард, говорит, типа, я не хочу, чтобы... Я люблю тебя, хотел сказать. Потом Лиара. Или So Long. Иди, говорит. Ну, наверное, она хотела сказать, типа, я люблю тебя, Шепард. Эх, почему она этого не сказала? А он это понимал. Он это понимал. И Шепард дальше бежит. Как только может. И долбанный жнец нам не дает дорогу. Просто не дает. Долбанную дорогу. Воу-воу-воу, полегче. Тут нас чуть либо не... Чуть-чуть не убили. Чё, нас убили, что ли? Их больше нет. Так, ну, Шепард живой. Эх ты ж ёжик, смотрите, Шепард какой. Еле живой Шепард берет свою пушку. Идет к цели. Он красавчик, ребята. Ребят, похоже на это самый эпичный момент, наверное, во всей игре. Так, нам нельзя промахиваться. Я не знаю, сколько патронов нашей пушки. Нам нельзя промахиваться. Давай, давай, нам чуть-чуть осталось. Шепард, вставай, чувак. Я знаю, что на тебе нет того голубого костюма, но ты... Но ты красавчик, ты можешь. Везде трупы. О, черт! Налетчик долбанный, я его не увидел. Вот так тебе хедшот, мазафакер. Да, чувак, ты не можешь побыстрее. Никого нету и... Нифига себе, Шепард побитый. Так, мы приблизились к этому лучу. Так, нас телепортировало. Так, Нормандия. Ой-ой-ой, что творится-то? Жесть. Ой-ой-ой, жнец! Он сейчас просто схватит, да? Нифига себе, он просто хватает этому. Жестоко. Представляете, какой масштаб вообще
потери, разрушение денег этого всего. Это же кошмарные потери. И вот наша пушка. Супермощная. Адмирал Хакет. Ну, может быть, он и не предатель. Но я не уверен. До сих пор не уверен, что он пред... Я думаю, он предатель. Он говорит, господи, боже мой, он сделал это. Ну, типа, Хакет сказал. Так, вот и мы. Нас телепортнуло сюда. Мы еле живые. Андерсон с нами заговорил, Шепард. Почему субтитры стали под конец на английском, я не понимаю. Андерсон. Андерсон, ты здесь тоже? За тобой. Что-то место я... из меня переводчика, сами знаете, у меня школьный уровень переводов. Ты в порядке? Я чувствую себя хреново, говорит, но я двигаюсь. Здесь темно, говорит, полно людей. Слушай, фамильяру, говорит, в темноте. Помню. Чувствую. Рипер. Блин. Конечно. На земле что-то люди. Какой ужас, пойду дальше, пожалуй. Чем скорее взорвем этих ублюдков, тем лучше. Так, не будем тратить на него патрон, все равно ничего особо не делает. Капец, посмотрите, сколько тут людей. Это кошмар. Это в цитателе. Просто кошмар. Везде просто льется кровь. Так, Андерсон тоже здесь. Но он в каком-то другом месте параллельно. Смотрите, кошмар. Жестоко. Я просто подумал, это волна. Знаете, как в одной серии волна была. Тук-тук-тук, и убивала нас. Подумал, та самая волна. Блин, зря он без нас подходит. Походу, связь пропала. Да, хреново. Ну ладно, ребят, в следующей серии продолжим. Из этой серии мы узнали очень много интересного. Оказывается, это вообще был портал. И мы только от них выжили. Лиар с Гаррисом остались наши, Нормандии. Ладно, пока, ребята. На следующей серии увидимся. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал.